уроженка которого еще не совсем хорошо даже и успела ознакомиться с географией Пинского района, как тут же угодила за решетку. Преступницу задержали, как принято говорить, по горячим следам. Но история начиналась так. Под видом продавца она пыталась войти в доверие к местному населению, но вышла даже лучше. Ей удалось без особых усилий проникнуть в дом. Дом принадлежит жительнице деревни Ахова, пожилой женщине, 34-го года рождения. В это время хозяйка дома сама находилась во дворе дома, но за своим жилищем, то есть это во дворе, в огороде. Это было совершено все летом. Данная женщина обвиняемого, уже осужденная, вошла во двор. Значит, дом был не закрыт, но на дверях висел навесной замок. Поэтому женщина смогла спокойно проникнуть в дом. Женщина не так давно вернулась из мест не столь отдаленных, поэтому добыча в сумме 5 миллионов 800 белорусских рублей пришлась ей как нельзя, должно быть, кстати. Но случайными свидетелями ее незаконного визита стали соседи. Я вызвала милицию, милиция уже передала по рации, и вот где-то в районе Иваново смогли сотрудники задержать данную машину, где путем обыска только нашли под чехлом, были спрятаны вот эти денежные средства. То есть, как бы, денежные средства вернули уже хозяйке, ну, таким образом. То есть, такая большая была история, каким образом происходило задержание. Судимость оказалась не единственной в биографии женщины. Думать о заповеди «не укради» она будет в условиях колонии общего режима. Срок заключения – 2 года и 6 месяцев.